Назови мне столицу Ирана. Тегеран. На каком языке там говорят? Фарси. Как будет мать? Мать? Мать. Как будет мать? Это слово первое у детей. Отвечай, или я тебя сейчас пристрелю! Анта? Прочти-ка что-нибудь. Я не умею ни читать, ни писать. На фарси мы говорили дома... Ну тогда скажи что-нибудь. Эстефозе... Стубуган... Эсту... Перох... Барахтауме... И что это значит? Я видел... Как за горизонт заходило солнце... Но задрожал все же, когда наступила тьма. Если ты сейчас лжешь, я заставлю тебя об этом очень сильно пожалеть.